Нефтяники Кызылординской области поддержали все инициативы президента, озвученные в послании. Новые подходы к добыче и переработке углеводородов и редких земельных металлов, наращивание экспортного потенциала и нефтегазовом секторе выход на мировой рынок казахстанской геологоразведки. Такие вот задачи поставил глава государства перед производственниками. Реализовывать в Приорале их планируют уже в этом году. Ху Дэлинь приехал из Китая 7 лет назад. За эти годы специалист нефтегазовой отрасли выучил государственные русские языки, узнал о культуре и традициях нашей страны. Каждый год он вместе с коллегами следит за выступлением главы государства. Житель Поднебесной благодарен за возможность работать в Казахстане и приносить пользу. Я полностью поддерживаю политику президента Казахстана. Мне нравится работать с людьми этой страны, где народ и президент всегда вместе. Мне нравится мир, спокойствие и стабильность в Казахстане. Нефтяники отмечают, сегодня перед отраслью поставлены большие задачи. В числе ключевых глава государства отметил повышение эффективности традиционной добывающей отрасли и сохранение экспортного потенциала нефтегазового сектора. Президент жариялаган жаңа саясий жана в стратегическом документе большое внимание уделено развитию нефтегазового сектора. Президент отметил, что нужно по-новому подойти к вопросам добычи и переработки углеводородов, а также сохранить экспортный потенциал. И мы его в этом вопросе, конечно же, поддерживаем. Деятельность нашей компании всегда строилась согласно поставленным главой государства задачам. С областного бюджета уже выделено 570 миллионов тенге на подготовку проектно-сметной документации и газификации районов области. В 2014 году запланировано строительство на нефтегазовом месторождении Арыскум, установки по переработке газа. Намечено также строительство магистрали Арыскум-Жосалы. Реализация данных проектов позволит нам обеспечить газом все населенные пункты региона. Среди ключевых направлений, обозначенных в послании президента страны, выход на мировой рынок в области геологоразведки. В этом плане в регионе намечена реализация ряда крупнейших проектов, в частности, развитие металлургического кластера и разработка редкоземельных металлов. Производственники Приорали уверены, предстоит большая работа, конечная цель которой – процветающий Казахстан. Райхан Ташибаева, Ханат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылорда.